Недавно открытый мной маринад для шашлыка на основе сливок очень порадовал. Мясо получилось сочное и мягкое, правда, мариновалось около суток. Если вы располагаете временем, то рецепт для вас. Для более вкусного результата используйте сливки пожирнее, отлично подойдут 23%. Тогда мясо получится наполненное легким и сливочным вкусом. Мясо может быть любым, даже куриным. Подготовьте все ингредиенты. Мясо промойте, нарежьте средними кусками. Лук нарежьте кольцами, добавьте к мясу, посолите. Влейте сливки, посолите и оставьте мариноваться минимум на 6 часов. Нанизывайте шашлык на шампуры и обжаривайте на мангале до готовности. Приятного аппетита!